Приветствую вас, возлюбимые гости, братья и сестры. Поздравляю вас с 20-м праздником Святой Троицы, Пятидесятницы. Сегодня все храмы благолепно украшены, зелень, цветы. И, конечно же, и глаз ликует, и душа радуется о Святой Троице. Есть церковь кто, есть церковь что. Церковь что – это вот сейчас мы находимся с вами в церкви, в храме. А есть церковь кто – это мы с вами, объединенным таинством, Богом, священноначалием. И, конечно, мы идем к Спасителю, обращаясь молитвами, чтобы подкрепил Господь нас отступать больше от греха и больше творить добродетели во спасении своей души. Еще раз вас поздравляю, мои дорогие, вас, ваших семей, всех православных христиан, весь христианский мир, потому что Святая Троица над всеми. Господь не выбирает плохой, хороший, Он любит всех. Храни вас, Господь!